Рома, давайте заканчивай камеру. Рома, прошу. Эй, хорошо, вот так. Посадим. Эй, хорошо. А в группу говорю тебе, не стой перед ним напротив. Да, быстрее. Руки держи. Отлично, Рома. Блоки надо ставить ногами, а не руками. Лавров, Никита. Левой-левой, правой ножкой. Таврега Лавров. Левой-левой, правой кит. Не выставляй руки под на жопу. Вот. Вот. Ответил, ответил. Не оставил это без ответа. Он тебе, ты ему. Ты ему. Он тебе, ты ему. Ответка, сразу ответка. Где твоя ответка? Не оставляй без ответа. У тебя есть правая рука, тебе надо для чего? Правая рука зачем? Правая рука зачем? Правую закинь, ты просто как колхоз, ты закинь и все по кобой. Хотя... Потом уже можешь и... Правильно. Пошел ты. Вот, нога, задница, нога. Ответка сразу. Пошел. Вот трещи, трещи с поджа. Почему так? Просто бой. Эй, ты оставай. Вот, стрелять, Антон, молодец. Не суетись, успокойте, Рома, успокойте. Кучки держи, кучки держи. Вокруг. Ой, во, во, молодец. Рома, кручик сам. У тебя правая рука, тебе для чего? Где ты? Ногами бей. Вот сейчас кручик. Эй, работай. Еще работай. Еще работай. Кидай ногой. Там за ним. Эй, еще кручик. Эй, хорошо. Шорты новые тайские купил, для работы ногами. Давай, где ноги? Да ноги! Да нога вот кик правый удобно! Удобно правой! Да нет! Вот! Во, молодец! Еще! Дорабатывай! Попал, все, и не отпускай сразу! Сразу с характером вперед! Вот! И ногой! Тебе нога для чего? Скажи, зачем тебе ноги? Да нога правая тебе для чего? Ударь правой ногой, тебе говорю. Во, вот у нас все боковые. Давай, плюхи длинные боковые. Молодец.